Я часто веду стримы. Ко мне часто приходят россияне. И у них по-прежнему не просыпается сердце. Не просыпается совесть. Не просыпается мозг. Внешне люди, а внутри пустой шкаф. У вас при звуке плача какие ощущения, россияне? Вот это уже преступление, россияне. Преступление. Не фашисты это сделали, немецкие, а расисты, которые живут в России, которые молчат, с молчаливого одобрения Путин это делает. Вашими руками, вашими мужьями, вашими подрастающими детьми. Куча бабла кинута в пропаганду, куча бабла кинута в ОМОН, чтобы молчали СМИ, молчали там партии, каналы. Куча бабла кинута в celebrities, чтобы они тоже славили СВО. Куча бабла кинута в повестки, в женщин, чтобы они внезапно получили алименты 3 миллиона, которые их мужья бывшие не отдавали уже десятилетиями. И вдруг деньги посыпались. А в Украине живут люди, которые потеряли жилье, которым страшно спать, где живут дети, слабые, старые, беременные, животные. И всем очень больно.